В крае будет создана экспертная площадка по вопросам развития регионального рынка нефтепродуктов. Такое решение принято в ходе встречи министра промышленности, энергетики и торговли региона Анатолия Цыкалова с руководителями краевых автозаправочных сетей и поставщиками горючего. В созданный совет также войдут краевые депутаты и специалисты Центра стандартизации. Они займутся вопросами совершенствования законодательства в сфере торговли топливом. Кроме того, на базе этой площадки будут обсуждаться условия работы предприятий на рынке ГСМ. Наша задача сохранить всех участников рынка нефтепродуктов, при этом нам важны все, от компаний, которые входят в крупные вертикально интегрирующие компании, также и мелкие компании, которые владеют одной, там, двумя АЗС. Вы знаете, что на федеральном уровне изменилось законодательство, регулирующее величину акцизов, изменился размер НДПИ. Все в конечном итоге вызвало увеличение стоимости нефтепродуктов на опте.